Зрители с замиранием сердца следят за очередным пике самолета. Мертвая петля, штопор. Пилот – настоящий ас. Как когда-то прославленный летчик Валерий Чкалов бороздил просторы неба, сегодня дело легенды авиации продолжают знаменитые «Витязи» и «Стрижи». И, конечно же, это непростой летчик. Летчик, который учился сам летать. И летчик, который учил молодых людей, молодых солдат, молодых летчиков. Ну и, конечно же, рано очень ушел из жизни. Мог бы сделать очень-очень много. Но сегодня Чкалов, который здесь у нас стоит, он будет стоять вечно. И, конечно же, это как маяк, который должен показывать всем, что здесь делают самолеты. На территории авиационного ремзавода 121 располагаются не только боксы, где ежедневно возрождают к жизни боевую технику. Здесь находится музей под открытым небом. С экспонатами посетителей знакомят сотрудники предприятия. Уж они знают все о каждой крылатой машине. Завод живет полноценной, насыщенной жизнью. Он ремонтирует авиационную технику для государственной авиации и иностранных заказчиков. Завод работает, завод дышит. На открытие мемориала Валерия Чкалова приехал внук легендарного пилота. Валерий-младший, как и знаменитый дед, влюблен в небо. Мне приходится много летать не за штурвалом, просто на самолете. Поэтому, когда я в небо поднимаюсь, я как все дома. Мемориал легендарному летчику Валерию Чкалову создал его друг. В нашей стране таких скульптур всего три. Одна из них теперь находится на территории сельского поселения Никольское. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».